Первая победа жителей местечка Булино в борьбе за чистый воздух. Ивановский районный суд принял решение приостановить деятельность полимерной компании, располагающейся в 27 метрах от жилых домов, сроком на 30 дней. Внеплановая проверка, проведенная в ноябре сотрудниками природоохранной прокуратуры и Департамента природных ресурсов и экологии, выявила, что в воздухе содержится формальдегид. Эти выбросы не разрешены документацией предприятия. Напомним, жители местечка Булино и улицы Автодоровская – около 2 лет жалуются на удушливый и едкий запах, который ощущается во время работы экструдеров компании по производству полиэтиленовой пленки. До последней проверки пробы воздуха не показывали превышения концентрации. В течение 30 суток компания должна будет устранить нарушения, ввести обнаруженный формальдегид в проект предельно допустимых норм выбросов. Жители надеются, что Роспотребнадзор не позволит узаконить отравляющий выброс. Со слов прокуратуры и Роспотребнадзора мы уже знаем, что у Иванской полимерной компании отсутствует проект санитарно-защитной зоны. Учитывая этот факт, что в данный момент санитарно-защитная зона, значит, составляет менее 30 метров, мы надеемся, что Роспотребнадзор не выдаст разрешение на выброс формальдегида.